The wall itself has a weird history. It's a circus, впервые. Continue with the outlines. Вот, это ты... Себя, а защищать правду Божью. Это классическая история. А люди премия стал Антиох Эпифан. Говорит о многих проблемах, которые у него есть в жизни. Вы ему рисуете домик, в котором есть фундамент, который называется усыновление и оправдание. А тут домик строится, называется освящение. Как же это поможет ему понять то, как Бог действует в его жизни? Смотрите, как будто бы это первый раз вы об этом слышите. Как же это поможет ему? У нас нету этого, да? Я просто буду повторять. Ну что? Бог пришел тебя искупить. Искупить, оправдать. Оправдать. И сделать из тебя совершенно нового человека. Окей, хорошо. И как вот этот домик с фундаментом помогает вам это ему объяснить? Что значит, что в фундаменте дома есть усыновление и оправдание? Что это значит? Спасибо. Один раз и навсегда. Что один раз и навсегда? Да, и это произошло когда? На кресте в прошлом. То есть нам не нужно трудиться, работать, пытаться задобрить Бога, стараться из себя сделать кого-то, стремиться к совершенству. Бог нас принимает такими, как мы есть. Спасибо. Он говорит обо мне, что я святой, как будто бы я был действительно безгрешный, называет меня праведным, и он называет меня сыном, принимая меня в свою божественную семью, просто даром, бесплатно, по благодати. Да? И это есть единое действие Бога, безусловное, которое мы не можем заработать, мы его принимаем. Да? Это очень часто людям тяжело принять. Это даром? Просто так, да, просто так. Тебя взяли без призорника, усыновили, дали тебе отца, дали тебе наследие. Вот любовь Божия, да, вот есть суть Евангелия, да, безусловной любви Бога. Хорошо. И что следует за этим? Это есть фундамент, незыблемый фундамент, на котором строится наша христианская жизнь. Мы постоянно возвращаемся к этому, да, мы постоянно благодарим Бога, мы размышляем об его удивительной любви, о том, что мы избраны до создания мира в Мессии. Бог избрал нас, узнал нас, предизбрал нас, познал нас, предопределил усыновить себе. Это сделано. Бог любит нас в самом себе, безусловно, без ничего. Это фундамент, это главная радость спасения. Но что дальше, следующий шаг? Все хорошо? Можем пить чай, кофе и идти на небеса. Или нет? Предстоит строительство перед нами, да? Преобразить нас в образ Иешуа, в образ Сына Своего, да? То есть мы говорим человеку, тебе нужно прежде всего принять вот это, но затем следует следующий шаг. Бог хочет с тобой работать, потому что Бог хочет из тебя сделать такового, каким Он назвал тебя при усыновлении. Поэтому это процесс освящения, это процесс, да, процесс. И к нам приходит Мария, у нее очень много проблем, да, у нее много скорби, да, и мы вначале хотим утешить ее, да. Но в чем мы будем ее утешать, да? Можем сказать, что все классно, не переживай, все Бог устроит, Бог изменит твоего мужа. Но это будет ложное утешение, да. Мы можем говорить, все будет классно, приди к Богу, и у тебя все устроится, но это тоже не совсем правда, да. Но в чем, что мы можем точности ее утешить, в том, что Бог тебя любит, Он усыновил, оправдал тебя, попытаться передать ей эту истину, да. Но затем также мы должны помочь ей, чтобы она поняла, что Бог будет действовать в ее жизни, но, возможно, не так, как она ожидает, да. Потому что Бог хочет теперь что-то делать с ней, да. Еще не поняла, она, может, не понимает, но цель Бога – это преобразить Марию в образ ее сына, да.
И это то, что, к чему Бог ведет. Это вообще самое главное в ее жизни. Не просто сделать ее счастливой, не просто дать ей хорошего мужа, не просто детей. Это все вокруг. Это, из этого Бог использует, это все его. Но самая главная цель – это освящение. Ибо кого Бог предузбрал, тех предопределил быть подобными образу. Это цель жизни. Это то, что Бог хочет от начала для нас. Хорошо. Вы общаетесь с Марией. Да, и мы говорим с ней, утешаем ее. Как нам может помочь отрывок из Ефесян, 4 глава, 22, 23, 24 стих, вы помните? Помните, что здесь должно быть в этих квадратиках? Ефесянам 22, 24. Как он там звучит, отрывок этот у нас? Помните? И как вы познали Ишуа, ибо истина в нем, да? Чтобы вы оставили что? Прежний образ жизни. Где мы рисуем прежний образ жизни? В каком квадратике? В этом или в этом? В первом справа. То есть это образ жизни. Кто-то помнит слово по-гречески? Случайно. Молодцы. Анастрофа, да. Анастрофа, катастрофа, да, совершенно верно. Что ведет... То есть это постоянно повторяющиеся привычки, образ жизни, да? Да, то есть совлечься ветхого человека, образа жизни, вот это образ жизни, анастрофа, и сливающего в чем? В обольстительных похотях. Где мы рисуем обольстительные похоти? Внизу, то есть здесь у нас обольстительные похоти, да? Да, то есть здесь сердце как-то рисуется, вот, и эпитумис, молодцы, да, стремление к чему-то сильное, да? Хорошо, и какая связь между этими двумя? Какая связь? А? Это совершенно верно, внешнее поведение человека. Это то, что мы видим. Это то, как мы видим Марию, то, чем она занимается. Как она бегает от Ивана, как она пьет антидепрессанты, кричит на детей. Это ее поведение. Это наши привычки нехорошие, да, которые можно на видео заснять. Но они имеют корни где? В сердце. В сердце, да. То есть, когда мы смотрим на привычки человека, мы понимаем, что они чем-то питаются, да. То есть я поступаю определенным образом по определенной причине. И объяснение здесь в обманчивых желаниях. Да, то есть желания, которые являются двигателем, да, вот этой моей анастрофы. Это сердце невидимое, правда? Вот здесь в сердце моем невидимое. Хорошо. И что мне нужно сделать? И что говорит Павел? Преобразиться духом ума. Где мы записываем? Вот здесь, да? Преобразиться. Дух ума. Что это значит? Покаяние, да. То есть, что такое? Вот это самый важный значок, вот этот, потому что он обозначает покаяние, да? Он обозначает покаяние. Что значит покаяние? Мы сегодня побольше, у нас поглубже поговорим о покаянии, но в сущности это сдвиг отсюда-сюда. То есть, здесь мы живем в соответствии с нашими желаниями, да? Здесь чья воля? Вот тут. Моя воля. Мое, мне, мое. Здесь моя, мне, мое, да? Я живу для себя, я нахожусь в центре. Мое, мне, мое. Мои желания стоят в центре. А что происходит здесь, как вы думаете? Покаяние – это что? Если здесь мое, мне, мое, моя, мне, мое, то что здесь? Да будет воля твоя. По-настоящему, в глубине сердца, да будет воля твоя. Да? Это и есть... Можно сказать, будет воля твоя, суть покаяния, если коротко, да? И тогда, когда в сердце моем я начинаю поклоняться Богу, что происходит? Мы что? Что у нас здесь? Новый человек. То есть изменения на внешнем уровне, да? То есть та же анастрофа, привычка новая, хорошая, да? То есть если здесь, говорит, если раньше вы крали, то теперь... Что делаете? Работаете своими руками. Если здесь лгали,
Говорите истину. Если здесь раздражались, то... Да, все наоборот, да. Хорошо, и чему учит нас, какому глубокому теологическому принципу учит эта таблица Ефесян? Если вот вы нарисуете это человеку. Это очень, я хочу, чтобы это было практично, реально. Можно сесть с людьми. Когда у человека есть серьезные проблемы, то это берет время иногда объяснить, что человеку, да. Не всегда вещи понятные, да. Я просто сижу с людьми и объясняю. То есть стихи, которые, может, часто люди читали, я говорю, давай разберемся, давай посмотрим. Вот твое поведение, да, вот смотри, как ты себя ведешь, да, то есть что люди некоторые думают, да, все классно, все хорошо, то есть что мне нужно? Некоторые говорят, ну я понимаю, что нужно жить по духу, а я живу по плоти. Хорошо, я говорю, давай разберемся, то есть надо жить по духу. Ну как бы это очень общие слова, жить по духу, да, типа не жить по плоти. Давай, я говорю, разберемся конкретно, что значит в твоем ситуации жить, то есть... Давай разберем. То есть я объясняю, что нам нужно сделать. Нам нужно вначале разобраться. Люди говорят, да, давай вначале разберемся, что значит жить по плоти. Мы должны вначале понять твою анастрофу. Мы встречаемся с Марией, говорим, мы хотим понять ее привычки, мы хотим увидеть, как она себя ведет. Да? Вот ее анастрофа, вот твоя привычка, вот твой ветхий человек, окей? Теперь как жить по духу научиться, да? Это очень общее, да? Теперь давай посмотрим, окей? Павел говорит, что вот эти твои привычки связаны с какими-то желаниями. Давай, нам нужно придется с тобою войти в твое сердце и понять, почему ты себя ведешь, как ты себя ведешь. Да? Самый главный вопрос душеполитического – почему человек поступает, как он поступает. Да? Не всегда это ясно и понятно. Если иногда раздражаюсь, злюсь, то думаю, что так разозлился-то? Ну что такое? Да? Это не всегда, скажем так, нет, не скажешь, ну разозлился, ничего страшного. Я понимаю, нет. Почему это злость? Почему мое сердце так это реагировало? Но почему? Что происходит в моем сердце? С чем это вызвано? Да? И пока я не разберусь с моими желаниями, да, я не смогу измениться. Да? Реально, то есть, хотя, знаете, часто я уже вроде себя хорошо изучил, но иногда начинаю злиться и сам думаю, что происходит в моем сердце? Господи, покажи, что там. Но почему именно сейчас вот это меня разозлило? Да? А почему он меня так злит? Да? Я прошу Бога объяснить мне, что лежит на глубине, где мои желания обольстительные, да? Что мне вызвало эту реакцию. То есть наша задача с Марией – это задать ей что? Вопросы сердца. Для чего? Чтобы понять, что лежит на глубине ее сердца. Да? Только через вопросы мы сможем понять ее мотивы. Без этого невозможно. Мы можем сделать выводы, и то, что мы делаем часто чеки. Мы смотрим, как он себя ведет. И мы сразу делаем выводы. Мы смотрим, о, Мария стоит у окна, муж идет, о, бежит мыть посуду. Какая хорошая хозяйка. Или бежит играть с детьми. Какая молодец, какая хорошая жена. Вот бы мне такую жену, да? Вот бы, думаешь, ну все, ну классно себя ведет. Ну вообще, идеальная жена, правда? Ну вот внешне Мария выглядит, муж идет, он идет мыть посуду, играется с детьми. Ну, кто же не пожелает себе такой жены? Но мы понимаем, что за ее поступками стоят определенные мотивы. Да? Поэтому нам нужно опуститься вниз и разобраться в этих мотивах. Хорошо. Сокровище сердца. Мы с вами говорили о трех принципах сокровища из Матфея 6 главы. Кто помнит, что это за принципы сокровища сердца? Три принципа сокровища. О чем вам говорит, я его не принес, этот шкатулочка такая из сердца. О чем она нам говорит? О чем нам говорит шкатулочка? Спасибо. Громко. Каждый живет ради какого-то сокровища. Да. Самое главное, у вас есть книжечка, вы там должны были записывать. На странице 10. Каждый живет ради какого-то сокровища. Это очень важно. Все живут ради какого-то сокровища. Когда люди говорят, что мне не важно иметь никакого сокровища, это неправда. Мы собираем всегда. Вопрос, где мы собираем, на земле или на небе? Хорошо, и что, когда каждый живет ради какого-то сокровища, и что это сокровище?
делает с нами такого? Контролирует наше сердце. И в конце концов формирует наше поведение, совершенно верно, да? То есть, когда я смотрю на поведение человека, я всегда могу задать себе вопрос, что за сокровище управляет его сердцем, да? Каждый из нас собирает сокровища, да? У каждого есть нечто драгоценное. То есть мы все, в общем-то, слеплены из одного теста, но у каждого из нас есть нечто особенное, что является для нас нашим сокровищем. Да? Для одного это здоровье, для другого карьера, для третьего семья, для четвертого, можно продолжать список сокровищ, да? То, что действительно очень ценно, за что мы хватаемся и что формирует наше поведение. И в конце концов это сокровище становится кем? Иешуа говорит, что не можете служить двум господам. Да? Одному вы будете поклоняться, а другому не родить. То есть мы всегда будем служить какому-то господину. Этот господин это будет то сокровище, которое для нас очень важно. И человек по своей природе является кем? Человеком поклоняющимся. Да? То есть некоторые люди думают, да я никому не поклоняюсь, я атеист. Нет, ты поклоняешься, да? Ты поклоняешься, у тебя есть свой Бог, у тебя есть твое сокровище, да? Потому что то, кому ты поклоняешься, тот и есть твой Бог, у тебя есть сокровище, да? Либо это истинный Бог Авраама, Исаака и Якова, который открылся в Иешуа, или это любое другое сотворенное, которое является идолом. Хорошо, и мы говорили также о конфликтах. Помните рентген сердца Якова? Что же интересное нам говорит Яков? Что является причиной конфликтов? Наслаждение, спасибо. Кто может объяснить, как наслаждения могут быть причиной конфликта? Муж спорит со своей женой, и вдруг вы им говорите, они злятся друг на друга, вы им говорите, да, вся проблема в наслаждении. Как это может быть? Как? Зона комфорта? Окей, конфликт возникает, когда другой пытается вникнуть куда? В твое, скорее всего, сокровенное сокровище, да? Окей, то есть обычно получается у тебя есть твое сокровище, у другого есть твое сокровище, да, и оно разное, да, и когда мы пытаемся забрать друг у друга эти сокровища, сокровище то, чем мы наслаждаемся, да, то, что мы сильно хотим, происходит конфликт. Теперь, конфликт, который у нас происходит, в действительности он на каком уровне всегда? То есть, когда я конфликтую с другим человеком, гневаюсь, раздражаюсь, или, может быть, я просто делаю спокойный вид и игнорирую его, да, с кем я в действительности конфликтую в этот момент? Как? Как может я конфликтовать с Богом? А? Я конфликтую с человеком. Но что говорит Яков? Он говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Богу? Против Бога, да? С какой стати, если я кричу на другого человека, я прелюбодей? К чему это? С какой стати? Человек желает что-то больше, чем Бога, он прелюбодействует. Окей, да? Спасибо. Человек желает чего-то настолько сильно, что это желание становится приоритетом, идолом, да? То есть Яков говорит, что проблема в желаниях, которые настолько выросли, что они стали уже необходимостью, они стали нуждой, они стали требованием. Возвращаясь к Марии, да, мы посмотрели ее вопросы сердца и поняли, что, когда мы разобрали ее вопросы сердца, что, чем была движима, какими ценностями была движима Мария? Помните? Приложение номер 3. Покой, почтение, уважение.
А в чем проблема, да, мы скажем? Ну, это же естественно. Вы придете к психологу, он вам скажет, конечно же, ваша проблема, что вы не любите себя. Знаете, да? То есть очень любят психологи, особенно сегодня, там разное. Вам нужно любить себя больше, бедненького и несчастненького, и все решится. И Мария вроде бы хочет чего-то хорошего, любви и уважения от мужа. Но в чем проблема, когда мы одеваем библейские очки, что мы понимаем? Вы со мной? Вы согласны со мной или так у вас есть сомнения по поводу того, что честно скажите? Или думаете, нет, что-то здесь не то. Все нормально, Мария хочет. Что-то я тут вам пытаюсь доказать что-то. Спасибо. Желание, естественное желание, оно нормальное желание, любви и уважения, перешло на уровень нужды, а затем на уровень требования, необходимого. Он должен дать мне эту любовь. Он обязан дать мне эту любовь. То есть Мария в центре жизни, Мария, она живет этим сокровищем. Да? Все, что она делает ради кого? Ради себя. Ради себя. Она делает все ради себя, ради того, чтобы достигнуть себе покой, уважения и принятия. Она просит Бога и молится, чтобы Бог удовлетворил ее желание. Да? Чтобы в центре была ее воля, как она хочет. Да? И мы, одевая библейские очки, понимаем, что вот мы увидели поведение Марии внешне, но мы сначала не знали, почему она поступает, как она поступает. Теперь мы видим, что Мария поступает, как она поступает. У нее есть стратегия, конкретная стратегия. В каждом ее поступке мы видели, она движима этим сокровищем, желанием получить уважение, покой, принятие. И она поступает так, исходя из этого сокровища. И мы понимаем, что это сокровище стало, это ее идол. Да? Она живет ради этого, и она не видит, насколько это захватило ее жизнь. И это является корнем ее проблемы. Потому что идолопоклонство – это самое корень. Нет ничего глубже идолопоклонства. А это самый главный вопрос, который это, скажем так, нет ничего более глубокого, чем первая заповедь – возлюбить Бога своего всем сердцем, всей душою. Поэтому корень проблемы – человечество, может быть, нарушение этой первой заповеди. Да? Идолопоклонство – это значит нарушение первой заповеди. Да? Поэтому мы понимаем, что в этом и есть проблема Марии. Теперь давайте еще один инструмент посмотрим, который поможет нам увидеть, что происходит с Марией. Давайте откроем с вами Римлянам первую главу, 18-й. С 18 стиха прочитаем. Открыли Римлянам 1 глава, 18 стих. Еще один инструмент мы возьмем, библейский, еще одни очки, чтобы посмотреть еще более четко на ситуацию с Марией, что происходит в ее жизни. Смотрите, читаем. Кто хочет громко? У меня микрофон. Хорошо. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им?» С 18-го. Когда я читаю, попытайтесь обратить внимание, кстати, сколько раз использовано слово, какое, или как вы думаете, какое ключевое слово, которое чаще всего появляется в этих стихах, окей? То есть слушайте внимательно и думайте, какое здесь есть ключевое слово, которое чаще всего появляется. «Ибо невидима его вечная сила божества, создание мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью
и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, бла-бла-бла и так далее. Обычно это место Писания используют по отношению к кому? Это вот список такой большой, который я остановился на бла-бла, относится к кому? К верующим? Там, к неверующим, там про язычников написано. Но скажите, пожалуйста, вот из этих стихов что-то относится к Марии, как вы думаете? Из описания того, что здесь есть, к Марии что-то относится? Что, например? Лукавство, что еще? Обидчивость, что еще? Злость. Угу. Да. То есть? Угу. Обида. То есть, хотя этот отрывок говорит вроде бы о язычниках, но мы понимаем, что непослушание, что это относится также и к нам, да? И относится к Марии. Итак, мы здесь смотрим и видим, что вот эти все вещи, о которых мы говорим, имея библейские очки, используя, например, дерево из Евангелия от Луки, как бы вы назвали все, о чем мы читаем здесь? Это что является? Помните? Дела плоти, что еще? Помните, мы нарисовали дерево такое, в нем есть корни и плоды. Плоды, да? Спасибо. То есть мы читаем про гнилые плоды, правда? Теперь скажите, пожалуйста, давайте посмотрим нечто интересное здесь. Как вы все-таки думаете, какое ключевое слово, которое повторяется 3 раза в этом отрывке? Вы заметили, может быть? А? Нет. Нет. Окей. Еще попытка. Есть слово, которое 3 раза употребляется здесь. А? Ладно. Скажу вам правильный ответ. А? 3 раза используется слово «заменить». Да. Слово «изменить», «заменить», «заменили», да, используется 3 раза. Окей. Давайте теперь прочитаем, как оно используется 3 раза. Первое, смотрите. Стих 23. «И славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку и птицам, четвероногим и пресмыкающимся». Да? То есть здесь есть нечто обобщение человека, четвероногое, то есть все что угодно сотворенное. То есть что здесь произошло? Люди заменили Бога на образ. Да? То есть люди изменили что? Изменили объект поклонения. Да? То есть вместо Бога стали поклоняться тленному человеку, то есть творению. Да? То есть заменили источник поклонения. Смотрите, что происходит дальше. После того, как люди заменяют источник поклонения, где следующее изменение произошло? 25 стих, совершенно верно, да? 25 стих. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». То есть произошло следующее изменение. Что это за изменение? Истину поменяли на ложь. Это изменение на уровне мышления, разума, мышления. То есть первое изменение было на уровне поклонения. Кому я поклоняюсь, Богу или творению? Когда произошло изменение поклонения, то это привело к изменению мышления. То есть я поверил в ложь вместо истины. Причем при всем этом я считал себя, люди считали себя мудрыми. И где происходит третье заменение? Что там написано? Заменили
заменили истину, ибо Бог заменили естественное употребление на противоестественное. Это изменение на уровне поведения внешнего, да? Вы видите цепочку? Смотрите, это очень интересная цепочка. Давайте заполним, у вас есть на 10-й странице. На 10-й странице у вас есть пропущенные слова, да? Давайте здесь заполним их. Заполним их так. Первое. Слова заменили. Стих 23. И заменили, изменили стихи 25 и 26. Заманили, замена, изменили. Сколько раз произошло изменение? Трижды, да. Что было, что заменили и в какой последовательности? Да, вы здесь можете заполнить объект поклонения. То есть у вас есть галочки, да, можно сказать объект поклонения. Галочка, что? Мышление. Да, мышление. Мышление, галочка поведения. Поведение. Да? Понятно? Объект поклонения, мышление, поведение. Объект поклонения, мышление, поведение. То есть мы сделаем даже вот так лучше. Поклонение. Поклонение ведет к мышлению. Ведет к мышлению. Ведет к поведению. Понятно вот так, да? Смотрите, это очень важный принцип, окей? Okay? Поклонение, мышление, поведение. Люди начали, изменили поведение, то есть гомосексуализм и так далее, поведение. Из чего оно началось? Когда люди вначале... Все началось не с того, что они подумали, ну, типа, может быть, так лучше. Корень проблемы был здесь, да? Корень проблемы был в чем? В чем проблема любого неправильного морального поведения? Оно начинается вот здесь. Вопрос первый стоит, кому ты поклоняешься? Да? Потому что неправильное поклонение, да, приводит прежде всего к неправильному мышлению. Люди верят лжи, потому что они не поклоняются Богу. И тогда автоматически они также предпочитают грех. О чем это говорит? Давайте заполним пробелы. Опять же. Если, продолжаем на первое, если что-то, а не Бог, если что-то, а не Бог, управляет сердцем, это исказит ваше понимание жизни. Ваше понимание жизни. И проявится в аморальном поведении. И проявится в аморальном поведении. Я еще вчера вам говорил, помните, очень важную мысль. Человек не согрешит, не поверив в начале лжи. Это очень важно. Всегда есть ложь. Эта ложь сформировалась, потому что человек где-то изменил объект поклонения. Okay? То есть, когда человек
у человека есть некое сокровище выше, чем Бога, оно начинает менять его мышление, да? Начинает искажать его мышление. Да? Если что-то не Бог управляет моим сердцем, что-то очень важное, что-то очень ценное, это обязательно прежде всего исказит мое мышление. Потому что я начну убеждать в себе, что это является центр жизни, что это самое важное. Да? В конце концов, это приведет к аморальному поведению. Поэтому, когда мы видим человека, который согрешает, который ведет конкретный аморальный образ жизни, мы понимаем, что у него произошло две замены. Да? Прежде всего, был объект поклонения. То есть мы можем быть уверены, да, что есть некий объект поклонения, кроме Бога, который движет им, есть некое сокровище. Да? И кроме этого, есть некая ложь, которая сформировалась в его разуме, которую сейчас называют твердынями, Павел говорит, в разуме, да, ложью, которую человек верит. Поэтому для того, чтобы помочь этому человеку изменить его поведение, мы не можем просто ему сказать, ну, так плохо поступать, так нехорошо, да. Человек пришел к этому вот таким образом, поэтому нам нужно и идти обратным образом, да. Нам нужно начать с источника поклонения. Нам нужно понять, чему человек поклоняется, да? Что является центром его жизни, что является его сокровищем. Мы должны помочь человеку увидеть это поклонение, потому что только когда он изменит свое поклонение, изменится его мышление, изменится поведение. Часто очень христиане фокусируются только на мышлении. И мы говорим, человек неправильно мыслит, он неправильно думает. Да, это правда, да? Психология тоже говорит, нужно поменять мышление человека, да? Мышление – это правда, но есть еще нечто на более глубоком уровне, да? Это поклонение человеку, это то, чем он живет, ради чего он живет, да? Конечно же, мышление – это важно, но мышление сформировалось на основании этого сокровища. Если Бог в центре моей жизни, то я буду делать все ради Господа, и мое мышление будет ради Господа, ради Его славы, ради Его величия, да? Но если в какой-то сфере моей жизни я живу не ради Господа, то оно начнет менять мое мышление. Поэтому самые глубокие изменения в человеке проходят только на уровне поклонения. Когда мы встречаемся напрямую с Богом и понимаем, что наша мотивация была не ради Него. Да? Мышление – это не самая глубина того, что может быть. Поэтому, когда мы занимаемся с Марией, да, когда мы с ней встречаемся, наша задача – это помочь. Да? Когда мы видим ее поведение, мы должны не просто сказать ей, что она неправильно поступает. Люби мужа. Да, можно сказать, слушай, Мария, ну, ты должна полюбить мужа. В чем проблема с этим высказыванием? А? Она его любит? Ну, не вижу. Что... Во-первых, она знает. Во-вторых, как она? То есть полюбить мужа – это изменить поведение, да? Но как она может поменять свое поведение, не поменяя мышление, не поменяя поклонение свое, да? Это будет что? Помните, мы с вами говорили, когда вы пытаетесь плохие плоды заменить на хорошие. Это будет приклеиванием плодов. Макияж. Можно сказать, Мария, слушай, тебе выгодно любить мужа? Вот посмотри, почитай книжку «Пять языков любви». Есть такая книжка. Хорошая книжка, да? Но если ее просто прилепить так, сказать, слушай, ты как бы, смотри, вот ты будешь ласково к нему относиться, он к тебе будет ласково относиться. Ты будешь к нему хорошо. И он, о, она подумает, я нашла формулу, как сделать мужа, чтобы он любил меня. Понимаете, да? То есть оно такое тонкая вещь, да? В принципе, это хорошие советы, но ее сердце... Не коснулась. Она сердце живет, она это делает, она будет что-то делать хорошее для мужа, ради того, чтобы муж сделал ей хорошее. На выгодное условие, это сделка, да? Недавно консультировал одну семью, ну, действительно тяжелая ситуация, и то же самое, я их слушаю, брат говорит, нет, ну я готов к изменениям, ну нет проблемы, я готов меняться, но только на равных условиях, но она тоже должна меняться. Ну, слушай, ну я что, я буду это, а что, она не будет, я готов. Я говорю, послушай, Бог не ставит перед нами такой вариант, значит, ты, потому что это стандарт ситуация. Я буду уважать мужа, когда он будет меня любить. А муж говорит, я буду любить свою жену, когда она будет меня уважать. Но Бог не ставит
эти условия, да? Он говорит, то, что ты делаешь, должно делать ради меня. То, что ты делаешь должно из ради меня, из-за поклонения мне, потому что только тогда это будет угодно мне. Да? Поэтому все остальные советы Марии будут приклеивание плодов. И она может временно измениться, но ее сердце не изменится. Да? И все равно это потом обрушится, все равно это потом сломается. Поэтому мы должны Марии, и настоящая действительно глубокая помощь Марии, это не просто советы нормально давать, это правильно. Да? Но мы понимаем, что если ее сердце не изменило поклонение, если она живет ради себя, это не поможет. Поэтому мы должны помочь Марии увидеть, где она неправильно поклоняется Богу, где она изменила Богу, где она согрешила против Творца. Окей? Потому что она не сможет даже простить своего мужа, пока она не поймет, насколько Бог простил ей. Вот это ключ. Мария должна простить мужа. Но если вы когда-то встречались, или вам нужно было кого-то простить, или вы пытались помочь человеку, которому нужно было простить кого-то, это бесполезно, пока человек не понял, сколько Бог простил ему. Поэтому притча, помните, о двух рабах, которые один другого, да, в тюрьму, да, об этом и говорит, что тебе, говорит, царь, там миллиарды, если перевести на наши деньги, простил, а ты не можешь простить 100 рублей, да. Но пока человек не осознает, что Бог ему столько простил, ты не можешь простить другого, у тебя нету сил. А чего его должен прощать? Это слишком больно. Но когда ты понимаешь, что ты грешишь против Бога, и Бог тебе прощает, когда ты встречаешься с Богом и понимаешь, вау, Бог милостив ко мне, тогда ты можешь простить своего мужа. Поэтому невозможно просто навязать прощение, но человек должен осознать, насколько он согрешил перед Богом. Мы должны поставить его перед поклонением. Поэтому на этом... Опять минут еще, да? В моих... Окей, хорошо. Давайте заполним последние такие. Библейские очки вывод. Библейские очки вывод. Божье слово является... Это на странице у вас 11 тоже, да? Божье слово является рентгеном и также скальпелем для решения проблем человеческой души. А? Ой, извините. Что же, мы не написали, да? Извиняюсь. Вопрос. Что правит сердцем человека? Вопрос, что правит сердцем? При душепопечении намного важнее того, что делает, что человек делает. Да. И следующее. Не требуйте от человека просто поменять внешнее поведение без внутренней духовной борьбы с кем? Самим собой. Окей, здесь длинное такое. Закрепившимися идолопоклонническими желаниями сердца. Закрепившимися, тяжело, да, по-русски говорить? Закрепившимися идолопоклонническими желаниями сердца. То есть не требуйте человека, просто поменять поведение. Хорошо. И на другой странице резюме. Библейские очки, вывод. То есть мы с вами рассмотрели три инструмента библейских. Это принципы сокровища Матфея, Якова, 4 глава, и послание к римлянам. Мы назвали это библейскими очками. И вывод. Божье слово является рентгеном и также скальпелем для решения проблем человеческой души. Это, да, мы читаем. Корнем и двигателем поведения сердца, человека всегда есть сердце. Греховным поведением всегда будут управлять конкретные идолопоклоннические желания. Истинный душепопечитель, прилежный ученик Божьего Слова. И дальше. Божье Слово проникает за внешний фасад и указывает на сердце.
как на источник проблем человека. Как на источник проблем человека. А именно на его лукавые, лукавые идолопоклоннические желания. Лукавые идолопоклоннические желания. Лукавые идолопоклоннические желания. И следующая Библия предоставляет единственную приемлемую структуру диагностики проблем. Диагностики проблем. А также сам механизм и процесс истинных изменений. Конец, еще 2 минуты. Как раз. Механизм и процесс истинных изменений. И последнее, библейское душепопечение нельзя назвать чем-то необязательным. Чем-то необязательным или дополнением к чему-то основному. Нельзя назвать чем-то необязательным или дополнением к чему-то основному. Оно предоставляет то, что никакой другой подход предложить не может. Оно предоставляет то, что никакой другой подход предоставить не может. И я надеюсь, что я сумел вам это каким-то образом объяснить. Перерыв.